Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Наташа Бона. Сегодня пиво, ура! Так, что у нас к пиву? Сегодня чипсы начос, это здесь какая-то паприка и сыр, а горбуша соленая или какая-то копченая, я не знаю, и тоже кальмарчик. Кальмарчик я попробовала, он такой вкусный, это просто какой-то балдеж. У меня здесь кот сходит просто с ума, ему, конечно же, нельзя. Все эти копчености, вкусности, и он за этого очень сильно обижается на меня. Хотя у него полная миска его любимого корма. Так, пиво. Мы сегодня пьем темное, фильтрованное, естественно. Это Бакалар темное. Я такое пиво еще не пробовала. Пахнет потрясающе. Так, вот это вот, это просто что-то невероятное. Это кальмар. Очень вкусно. Так, попробуем горбушу. Очень нежная. Такая в меру соленая. Вот это вкуснятина. Случайно тут закуснула хребет. Так-то она не костлявая рыба. Тут просто вот именно в спине.
Филя сел в позу для прыжка. Ты даже сюда не думай прыгать, ты чего? Филя, полная миска еды. Иди, пожалуйста, а? Все, до свидания. Вообще. А глаза такие, как будто вообще самый... страдальческий кот в мире. Так, ну что, открываем второе пиво. Оно называется Бернард Черни, Лежак. Или Лежек. Лежек. Я его открою. Вау, вау, нет пива. Вы видите, здесь эта дымовуха пошла. Клёво. Я тоже такое пиво первый раз пробую. Обалдеть, оно тоже черное, да, не фильтрованное. Бесплатный концерт вообще устроил. А где пена моя? Где моя пена? А вот она пена. Оп. Пахнет вкусно.
Но по вкусу более насыщенная, чем первая. Устала я работать. Конечно, такая работа, она очень сильно выматывает. Это я шучу, если вы не понимаете. Ты иногда обычно пошутишь в комментариях, а люди не понимают. Они прям пишут, что такие серьезные вещи какие-то. Это забавно. Короче, я пьяна. Я довольна. Я сейчас пойду дальше все это допивать, доедать. Я надеюсь, что вы получили такое эстетическое удовольствие. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до скорых встреч!